Всем привет, это Ольга Швец, это мой заказ Сермага. Две вот такие огромные тубы ватных дисков, это всегда нужно в хозяйстве и девочкам, и мальчикам. SPF 50, гарнир я заказала. Я сейчас сделаю химический пилинг, поэтому SPF 50 нужен, очень нужен. И даже в зимнее время говорят, что солнце неактивное. Нет, нужно обязательно использовать, мне косметолог сказала. Вот такой Nivea Men черное и белое. 48 часов. Новая упаковка. Лосьон спиртовой «Мечта», розовая вода. Вот она так выглядит. Вот такое мыло. Это уход за телом и волосами. Натуральная сибирская. Это рецепты бабушки Агафьи. И вот такие вот патчи я себе заказала. Сейчас покажу, как выглядят, потому что всем интересно. Все всегда говорят, купите и посмотрите. Я сейчас покажу. Вот такая лопаточка в комплекте. И вот такие патчи. Здесь жидкость. И мне они очень нравятся. Они такие напитанные, когда их прикрепляешь на лицо, то вот эта вот гидрогелевая, вернее, вот эта жидкость, гиалуроновая кислота или что там, ну, пропитка, в общем, она... Вообще ее хватает разнести на все лицо. Перейдем к следующим моим покупочкам. Многие блогеры показывали вот эту шампунь. Она очень приятно пахнет. И я вот такой кондиционер купила. Из привычной я купила вот такую шампунь. Сейчас покажу. Сьюз шампунь. Я, по-моему, заказывала другой какой-то. Что тут написано? Меньше выпадения волос, вызванного ломкостью, стимулирование роста сильных волос, для тонких волос, склонных к выпадению. Нормально. Нормально. Вот еще покупочки. Вот такой вот освежитель для воздуха. Он идет в стандартную такую упаковку и на батарейках работает. Вот такой крем для ног с надобьем. Вот такой потрясающий совершенно тональный, вот такой корректор кремовый. Салфетки матирующие от Essence. Я пользовала и Фроши, ничего хорошего. Вот такой автозагар. Я буду мазать им ноги. Скоро, через 2 месяца, буквально лето наступает. Ну, вернее, не лето, но весна, потеплеет уже, а там и до лета недалеко. Вот такие покупочки я сделала. Всем всего хорошего. Пока. Подписывайтесь на мой канал. Все ссылки на покупки внизу под видео.